Здравствуйте, дорогие друзья! Я, в общем, в шоке. У нас завтра самый важный день для Отечества, для нашей страны. 1 июля самый важный день у нас по голосованию. А вы представляете, меня закидали сегодня с самого утра и моих друзей мусором и информацией о том, пропагандой, что не надо идти голосовать. Или что надо идти голосовать против. И именно таким большим-большим потоком меня и моих друзей. Вот я лично проголосовала за, ну как бы я разбираюсь вообще, и у меня было уже решение. А мои друзья спрашивают: Алиса, что делать? Как быть? Кидают и кидают, отговаривают и отговаривают. Это конкретно одним таким потоком. Что делать? С разных аккаунтов, причем и в Инстаграм, и в Одноклассники, и в Фейсбук, что самое интересное, и видюшки кидают, что не надо идти голосовать, что можно там саботаж всякий, что там по два раза можно голосовать. Кидают статьи о том, какие статьи, допустим, там могут оказаться неправильные, ну и все в этом роде. То есть, может быть, даже люди не разбираются, но все равно постят тебе эти ссылки. Да, да, все кидают. В общем, Алиса, это враги Отечества на самом деле, да, которые все сводят к одному, что это ради обнуления якобы сроков. На самом деле, это полностью смена курса нашей страны. Это то, к чему шли, вот, в частности, Путин, к чему вел всю нашу страну. Что это значит? Это отмена внешнего управления. Вот главная статья, за которую мы идем голосовать. Когда у нас какие законы будут принимать, не пятая колонна будет решать, не Соединенные Штаты Америки, которые написали нам эту конституцию, США нам написали, и в интересах себя они ее написали. А Путин сейчас ее меняет кардинальным образом. Вот что происходит. И что надо делать? Надо бороться с этой пятой колонной, с этими ботами. Надо делать скрины этих фотографий, этих сайтов, и кидать на вот эти сайты, которые мы вам указали. Да, это на e-mail vragotechestvo@yandex.ru и на WhatsApp 8-929-942-75-49. Вот. А там уже будут приниматься решения, что делать с этими проплаченными троллями и с пятой колонной, которая не хочет менять американскую конституцию, написанную в их интересах, и хочет оставить все как есть, чтобы наша самая богатая в мире страна, обладающая 6-7 частью суши, 3-ю природных мировых богатств, так и оставалась сырьевым придатком Запада, сырьевой колонией Запада. Только все вместе мы сможем это изменить. Если народ это массово поддержит и скажет: не хотим больше быть сырьевым придатком Запада, не хотим больше приоритета внешнего права, как прописано у нас в Конституции, хотим, чтобы у нас в России думали и принимали решение, как нам завтра жить. Только все вместе мы сможем это изменить. Так что делаем скрины всех этих саботажников и отсылаем на вот эти вот аккаунты. Друзья, вот я покажу. Вот это просто вот кто пользуется смартфонами, WhatsApp и там, да, и вам в группу кидают вот весь этот мусор. Что нужно сделать? Вы просто делаете скрин смартфона на андроидах. Вот я показываю, да, там простое, тремя пальцами проводите и делаете скрин. Скриншот. Вот видите, все. И этот скриншот человека, который кидает вам этот мусор, что голосовать нельзя, отговаривает это голосование, это конкретно враг Отечества, он работает на Запад, причем за хорошие деньги. Присылайте на этот WhatsApp указанный номер телефона, либо на почту враг Отечества, она так и называется, yandex.ru, аккаунт, лицо человека, что он там пишет. И если у вас WhatsApp, вы не знаете этого человека, но сейчас же в группах все сидят, просто номер телефона зафиксируйте, с которого пришло попытка вас отговорить идти завтра освобождать свою страну, самый главный день в году для всей страны, для всего народа. Все, что требуется от вас, друзья. Большое спасибо за внимание. До свидания.